В прямом эфире новости сейчас. С вами Евгений Перлин. Здравствуйте. И начнем с новости, которая взорвала информационные ленты несколько минут назад. Ушла спортивная эпоха. Восьмикратный олимпийский чемпион Ули Эйнер Бьёрндален официально завершил карьеру. Об этом легендарный норвежец сообщил, едва сдержав слезы на специальной пресс-конференции. Ему принадлежит рекорд по числу побед на Кубке мира. 13 медалей Олимпиады. Самый титулованный биатлонист в истории. Продовольствие – это политика и внутренняя, и внешняя. Об этом заявил сегодня президент на семинаре совещания о развитии села, который в эти минуты продолжается в Дворце независимости. Александр Лукашенко подчеркнул и важность соблюдения необходимых технологических процессов в сельском хозяйстве для получения высоких экономических результатов. Вы говорите, что нужна диктатура технологий. Она будет в форме законодательного акта. И такой законодательный акт правительству нужно подготовить. И ответственность за реализацию каждого его положения. Если вы скажете, что это не рыночно, я вам скажу, ой, как рыночно, потому что государство отвечает за плодородие земли прежде всего в сельском хозяйстве. В сельском хозяйстве главная задача государства, всех вас, плодородие земли. Глава государства поручил правительству выработать действенный механизм реализации концепции «Деревня будущего». Поставил задачу аграриям освоить производство оригинальной продовольственной продукции, а также новые рынки. Только что Следственный комитет России огласил возможную причину пожара в Кемерове. Возгорание могло начаться из-за короткого замыкания в батутном зале. Пучок высоковольтных проводов свисал практически над ванной с мягкими кубиками. Также стало известно, что больше всего погибших было у закрытой двери кинозала. Корь из Волковыска переместилась в Гомельскую область. Сейчас на юге страны 11 подтвержденных случаев. Сюда вирус попал из Одессы, где первый пациент отдыхал вместе с семьей. Один случай в Брестском регионе. В Ляховичах заболел 4-месячный малыш. Он родом из Волковыска. Медики говорят, что заболевают те, кто не был привит. Карту гостя уже в апреле можно будет купить в Национальном аэропорту и Троицком предместье. Вариантов стало больше. От VIP и премиум до эконом. Она позволяет бесплатно или со скидкой сходить в музей, на экскурсию, в аквапарк, кафе или отправиться на шопинг. Кроме 1, 2 и 3 дней, мы ввели еще 5, 7 и 10 дней. Цены, соответственно, вот на нашу первичную карту гостя мы снизили в среднем на 10%. То есть, если на один день без бесплатного входа в музей и без проездного, она будет стоить 5 рублей 50 копеек. В мае количество партнеров увеличат. За 2 месяца картой гостя уже воспользовались более 100 туристов. Это были самые последние новости к этой минуте. Подробности мои коллеги расскажут в 15 часов. Всего доброго.